Глава Чувашии встретился с профессором, доктором медицины, председателем секции Европейской ассоциации хирургии колена Роландом Беккером. Немецкий врач специализируется в области ортопедии и травматологии и уже бывал в республике. На этот раз он приехал вместе с коллегами. Признателен и благодарен за то, что приезжаете к нам. Участвуете в конференции, проводите соответствующие мастер-классы. Для того, чтобы наши специалисты по компетенциям во главе Николая Станиславовича подтягивались, они ездят к вам, вы приезжаете к нам. Это очень здорово. В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с Федеральным центром ортопедии и эндопротезирования.